Что мы едим? Одесситы смогут проверить качество продуктов питания в рамках проекта «Потребительская экспертиза». Программу запустили сотрудники госучреждения, которые следят за стандартами в продовольственной сфере. Этот проект даст одесситам возможность узнать больше о качестве продукции на прилавках в супермаркетах и позволит узнать, какой производитель действительно подтверждает качество своего продукта, и те, которые являются недобросовестными и продукции которых доверять нельзя. Последние 7 лет в Украине перечень продуктов для обязательной сертификации постепенно сокращается. Сегодня в списке алкоголь, табачные изделия и частично детское питание. Поэтому специалисты просят нас с вами быть внимательнее к тому, что мы едим. После отмены государственного надзора и метрологического надзора практически государственный контроль отсутствует. Должна работать общественные организации, должна работать сознание и самосознание самих производителей, бизнесменов, особенно торговых работников, что производит качественный товар. Сегодня есть национальный знак соответствия. Это первый, так сказать, документ, благодаря которому мы можем говорить о том, что это является качественной продукцией. Второе – это сертификат соответствия и декларация соответствия. Стоимость экспертизы специалисты пока не называют, но известно, что стандартная процедура стоит на сегодня от 300 до 2000 гривен. В рамках проекта организаторы обещают снизить цену проверки на 70%.